Приветствую. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. В поиске мы можем найти так, музыку. Вот смотрите. Нажимаем. Так вот. Ну, у вас будет песня. Да. Ну, у меня на английском. That would be. Так. Нажимаю сюда. Нажимаю сюда. Ассаляму алейкум. Оля, оля. Да, точно находит. То есть вы можете там, например, вы идете на автобусе, и вам понравился один музыка, вы можете нажать, то есть, на микрофон. И, пожалуйста. Это как Шазам, вы же знаете, да, Шазам? Приложение Шазам, вот, вот это, популярно, да. Точно, почти, YouTube быть, хочет быть конкурентом, да. Вот, то есть, вы, первое, вы можете сами спеть, второе, вы можете поднести к любому на радио, на автобусе, или у кого-то вдруг вы слышите музыку, или где-то в общественное место, в торговом центре, например, да, бывает такое. Он даже распознает мелодию, понимаете, смотрите. Да, ну Smooth Criminal точно, да. Вот, пожалуйста. Точно угадал. Даже можете вот свою музыку включить, да, и тоже можете распознавать, да. Да, он не распознает, потому что я использую запись экрана делаю, поэтому видите. То есть по тремя можно, вы сами можете спеть, и даже вторую мелодию, да, просто мелодию спеть, не обязательно слабо говорить, либо в общественных местах в маршрутке вот, включить и пожалуйста. Блин, я эту песню, знаете, сколько? 15 лет искал, потому что, блин, я просто тупо вот это, потом поищите, я не могу, что авторское право, блин, это реально круто, ну, не знаю, короче, я просто, тупо что-то рассказывал, я же на английском не знаю, но я знаю, там, you go, вот это, два слова знаю, you go, все, you go, все. Вот это точно он угадал. Потом Need for Speed есть вот эта песня. I don't care. Это, ну, короче, блин, реально работает. Я благодарен, реально. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И, пожалуйста, напишите комментарий. Я помог вам